называете район? Район Бафра. Бафра. Здесь на первой линии отели, гостиницы. Плюсом Турция сюда вложила 15 миллионов долларов. Почему? На развитие вот этого района. Что будет здесь? Какое развитие будет? Отели, достопримечательности. То есть там большая набережная, песок. Такой, ну, большая береговая линия будет. И даже Таркан здесь, да? Ну, да, вот здесь песчаные пляжи, широкая береговая линия. Пляж здесь очень красивый, я уже там был, потрогал. Да, очень красивый. Мне кажется, здесь будет, Дмитрий, это будущее Дубай. Да? Бафра, ну примерно, да. Нет, вообще Кипр, я имею в виду. Здесь будущее Дубай, я чувствую. Я просто в Дубае был. Чемберимде гюлоя, гермедим доя, доя. Расскажи, что это такое место вот это? Это все так же район от города Искили. Красиво, да, здесь? Вся береговая линия, то есть она вот вся до города Фамагуста вот идет по морю. Короче, здесь более дешевле жить, чем Анталия, да? Чем Турция. И пляжи хорошие. Дешевле, бензин дешевле. Бензин, да. И алкоголь тоже, сигарет тоже. Алкоголь, сигареты. Алкоголь. Ты пьешь? Да. Пьешь? Куришь? Да. Молодец. Удачи. Итак, друзья, мы с вами продолжаем Гирне, город Гирне, да? Посмотреть узкие дороги, все дома очень близки друг к другу, старые. Это старая улица, правда? Это старая улица, очень красивая, такая античная улица. И здесь все продукты, текстиль намного дешевле, правда? Еще вот здесь жизни, насколько вот это тоже очень красиво, да, дома. О, так. Кошмар, узкая дорога. Не опасно? Нет. Привык. Вот так, дома. Вот смотри. Вот. Очень узкая дорога, короче. Очень старый город. Очень вот это все старый город. Кипр. Кипр с вами, друзья. Давно я хотел посмотреть. Это Кипр. И решили вот 2 дня здесь время проводить, посмотреть, какая здесь жизнь. Вот такая здесь жизнь. Спокойно. И экология очень чистая, в самом деле. Экология очень чистая. Здесь крепость, да? От Мерсина здесь есть паром. Паром, да? Здесь от Мерсина Ташучу, здесь паром. Кипр очень красивый, в самом деле. Всем рекомендую здесь жить и путешествовать, друзья, очень красивый. Чистая экология
и Средиземное море. Натуральные овощи, фрукты здесь тоже так же. Очень красивые. Мне очень понравилось. Чисто для жизни очень хорошо. Красота. Просто красота. Где я сейчас? Где я сейчас нахожусь? Где я? Догадывайтесь. Я очень люблю разные культуры посмотреть, разные жизни посмотреть, разные менталитеты, разные кухни, разные природы посмотреть. Очень люблю. И в этом видеоролике с вами будет очень интересный жизнь. Это не Мерсин, это не Алания, друзья. Но хочу с вами поделиться новой, свежей информацией. Будем в Москве, друзья. В Москве будем. 16-го улетаем до 21-го, 22-го. В Москве будем в марте, друзья. Если из Москвы кто-то нас смотрит, друзья, можете записываться для индивидуальной встречи. Можем вместе поговорит, как можно правильно купить недвижимость в Турции, в городе Мерсин, либо Алания, друзья, для индивидуальной встречи. Только нужно заранее записываться. Хорошо, под видео есть мои контакты, пишите, звоните, я тоже там буду. Короче, друзья, чистая экология. И 300 дней здесь солнце, и здесь натуральные овощи, фрукты. Здесь жизнь намного дешевле. Здесь песчаный пляж, как Алания, как город Мерсин. Очень чистый воздух, чистый воздух. Мне очень понравилось здесь. Это какое место? Это Кипр, друзья. Кипр. Кипр. Давно хотел здесь посмотреть своими глазами и с вами поделиться, друзья. Почему здесь чистый воздух? Потому что фабрика нету. Здесь песчаный пляж. Здесь очень мелкий-мелкий песок. Очень красивый песок. Я вам все это покажу в этом видеоролике. Вы можете увидеть своими глазами Кипр. Жизнь Кипр. Здесь разные фишки есть. Хочу с вами поделиться. Я сам тоже первый раз здесь. Я сам хочу просто посмотреть это. Чистый турецкий жизнь, но немножко отличается. Здесь турки, турецкие разговаривают. Здесь отличается. Здесь есть какая-то фишка, есть свои. Вот это красивый воздух, очень хорошо. И очень красивый пляж, в самом деле, друзья. В этом видеоролике вы это все увидите своими глазами. Так что, друзья, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, параллельно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, друзья. Красота! Давайте теперь поехали, вместе посмотрим, какая красота здесь. Поехали тогда! Поехали! Хорошо жить. И, конечно, еще недвижимость. Недвижимость здесь очень классно, друзья. С видом на Средиземное море. Свой бассейн. И огромный большой площадь. И отдельное качество. Отлично, друзья. Действительно. Это я вам просто примеры покажу. Если что, какой-то, если у вас интерес, вопрос будет про недвижимость Кипр, друзья, под видео. Есть мои контакты, пишите, звоните. Я сам приехал своими руками, пощупил, потрогал именно для вас, друзья. Мне очень понравилось. Я давно интересовал, почему здесь люди покупают. Почему? Почему? Иностранцы здесь могут купить недвижимость. Интересно было мне, потому что нам тоже часто
в Алане был местный, спрашивали, у вас есть Кипра недвижимость, апартаменты, у вас есть, вот. Теперь есть, друзья, у нас тоже недвижимость в Кипр. Хорошо, давайте теперь посмотрим более близко, потрогаем, какая здесь качество и планировка, друзья. Давайте. Короче, друзья, я стою возле входа. Здесь вход с левой стороны, здесь шкаф, длинный большой шкаф, и напротив уже возле зал и кухни. У вас сразу там бассейн. Вот бассейн, кухни. Вот здесь это вилла. Вилла с бассейном, друзья, продаются без мебели, без бытовой техникой, продаются отлично, качество, мне очень нравится качество, отделка качества очень хорошо, и здесь есть вот такой стол и остров, 130 квадратный метр, и потолки высокие, очень хорошо, что в Кипре, особенно вот в этом районе, СНТП разрешает только 2 этажа строить, высокие этажи не разрешают, чтобы ваш вид не испортить, друзья. Очень хорошо, здесь можно получить еще вид на жительство. С правой стороны, вот здесь, это 2+1, там здесь общий санузел, и здесь и детская комната. Такой вот, напротив есть еще сад, и здесь есть скрытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал тоже есть, друзья. Это уже родительская комната, в таком виде вы можете даже обставить, очень интересно. Мне очень нравится, в самом деле, друзья, так что напротив шкаф. Без мебели, без бытовой техникой продается, есть тёплый пол везде. Теплые полы, друзья. Вот это родительский санузел. Вот напротив здесь бассейн. Отсюда тоже можно выйти, покупаться. И здесь еще что нужно. Вот такой кухни, зал. И напротив у вас вот здесь бассейн с видом на Средиземное море. Очень хорошая сцена, еще вот в таком виде, в таком месте расположения. Сцена тоже недорого, очень много людей покупают. Поэтому мы для вас переехали, чтобы показывать вот эта красота, друзья. Действительно, вилла, свой частный вилла. Очень интересно. Так что все, городская инфраструктура тоже здесь есть. Друзья, мне очень нравится вот здесь тоже. И очень красиво продумано, все для человека. Все для человека, друзья. Парковочное место тоже есть. Кафе, ресторан, все есть, друзья. Огромный, большой парковочное место. Детская игровая площадка тоже есть. Если вам интересно недвижимость Кипр, друзья, так что можете оставить свои контакты через WhatsApp мне. Давайте, теперь мы с вами продолжаем путешествовать. Как-то есть вот эта гору, природа, зелень, еще птички поют, так красиво. И, конечно, без Средиземного моря никуда не денемся, друзья. Без Средиземного моря никуда не денемся. Так что красота, природа. Вот это море, это воздух, наш общий врач, друзья. Так что красота, мне очень нравится. Это все Кипр сегодня с вами. Ваши глаза сегодня радуются, празднуют, друзья. Друзья, в Кипре есть некоторая фишка, как за рулем, с правой стороны люди за рулем едут здесь, а еще вот такая фишка, зарядка, 3 дырка. Вот посмотрите, это для безопасности, друзья. Вот, для безопасности, если сюда
поставите, она не получается, пока дверь отсюда не откроется. Это для безопасности. Так что, в самом деле, это очень умные вещи. Мне кажется, это осталось от англичан. Я вам расскажу, друзья, немножко плюсу Кипр. Здесь можно получить вид на счастье более легкий и быстро. Это очень удобно. В самом деле, еще здесь недвижимость дешевле. Здесь дешевле жизнь, дешевле бензин, дешевле алкоголь, сигарет. Здесь налог меньше можно получить, чем Анталия, чем Турция. Здесь налог, годовой налог, купли-продажа налог более дешевле получается. Здесь я все это узнавал. Здесь жизнь более дешевле. Потом еще я вам хочу сказать, здесь недвижимость тоже дорожает. Очень быстро дорожает. Здесь тоже очень красивое, хорошее месторасположение, очень быстро уходит. Здесь больше живут европейские, очень много англичан, немцы. В прошлом году самые больше всего покупателей был немцы. Здесь немцы покупают, и очень много большие отели, друзья, очень много больших отелей и много казино есть. Это кому-то интересно, мне не интересно казино, но кому-то если интересно, очень много казино, люди ходят вечером, особенно играют. Так что развлечения развиты здесь, очень много разные развлечения есть, развиты здесь. Огромный, большой и территории, еще очень много пустой земельный участок есть, и видовые очень быстро сейчас строится, очень много стройка есть, видовые уходит очень быстро. Я вам говорил, просто здесь даже европейские почему покупают, потому что здесь они сами говорят, что здесь дешевле жить, чем у них у себя страна, друзья. Здесь налог очень-очень мало, друзья. Так что...
Еще здесь, в Кипре, есть международный 27 факультет, друзья. Образование очень качественное и очень дешево, друзья. Если вам нужно более подробную информацию получать по поводу образования в Кипре, можете к нам обращаться под видео. Есть наши контакты еще здесь, в Кипре. В конце 23-м году открывается международный аэропорт, друзья. Это тоже важно. Это говорит о том, что здесь тоже развитие идет. Северный Кипр, друзья. Северный, да? Как правильно сказать? Северный. Короче, туристский част. Туристский част Кипр. С вами был, друзья. Если какой-то вопрос есть по поводу Кипра, я здесь был своим глазом, вот это все посмотрел, видел, друзья. Можете ко мне обращаться. Действительно, очень хорошо, мне понравилось. Чистая экология, воздух очень хорошо, потому что фабрика нету. Песчаный пляж. Очень богатые исторические места и качество образования международные, друзья, еще очень дешево. Я сильно знаю, но это немножко широкая тема. И здесь можно чисто для себя время проводить, потому что для отдыха, для проживания очень хорошее место Кипр, друзья. Всем удачи, берегите себя. Пока-пока.